Всем привет, ребята, с вами Некрос, и мы вновь играем The Binding of Undertale. И игру мы будем проходить сегодня за Азриэля. Поехали. Lost. Так, ну давайте смотреть, что у нас есть. У Азриэля есть души, и если эти души активировать, нам дается бесплатное синее сердце, и увеличивается сила атаки. При взрыве врагам наносится 10 единиц урона. Здорово, еще 5 бомб дали бесплатно. А что у нас, видите, уже 4 сердца. Это очень выгодно. Воу. Желтые мухи, я так понимаю, самые быстрые, да? Две денежки. Я заметил, что не я один начинаю вертеть головой, когда ищу хорошие камни. Воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо. Разогнались. Если проходить игру очень ловко, то с помощью Азриэля можно набить довольно много синих сердец. Опять же, при условии, если. Так. Перезаряжается, в принципе, артефакт не так уж и долго. Воу! Спокойно. Особенно выгодно его юзать на боссах. Это логично, потому что дадут дополнительный урон. Таблетка. Так, а мне пока нет тут. А вот и босс. Так, камни проверяем. Не видно. Мы еще не во все комнаты зашли. Так. Вот. Пойдемте вот сюда сходим. Ага. Взорвать, что ли? Меняет... Ага. Одно сердце меняет на 3 синих. Любопытно. Soul Converter. Как он быстро перезаряжается, интересно. Гаписпо. Вот так можно сделать, в принципе. Хотя, подождите-ка. Подождите-ка. А он так может делать много раз? То есть я, допустим... Если я сейчас... Возьму еще одно сердце, да? Или он навсегда это делает? А, он это делает навсегда, понятно. Тогда сделаем, знаете как? Вот так сделаем. То есть у нас будет одни синие сердца. И вот так. А что, довольно необычный способ проходить. То есть у нас теперь, ну, очень много жизни, но они у нас пополняться не будут. Вот так вот. Так, и... А, ключей у нас нет, что мы не можем зайти, да? Ой, сколько у вас тут ребята. Так, надо сначала от лишнего мусора избавиться. Так, иди сюда. Иди сюда. Только у нас получается синий Азриэль.
Правда, теперь я не могу с дьяволом сделки использовать. Вот что печально. А так нормально, в принципе. Так, это интересно. Скоин. А, здесь можно будет таблеточками. Здоровье. Больше здоровья. Паралич. Бэт-трип. Так. Ну-ка, где там Гапи у нас? А интересно, можно иметь больше сердец, чем на экране показано? Меня всегда это интересовало. О, нормально, да? Толстенный Азриэль. Все, Гапи мы оставляем. Теперь мы будем жить только на синих сердцах. Так, поехали. Теперь нам нужно стать сильнее. Так, мух мы разберем быстро. Это будет несложно. Слушайте, как далеко они кидаются, мухи-то эти, да? Если мне выпадает карта Херофанта, я теперь точно знаю, что ее нужно активировать сразу. То есть это я запомнил. И лечит, если используешь ключ, меняет. Ага. Так у меня красных сердец нет. Вот в чем прикол. Best friends forever. Если используешь ключ, меняет. Да, я понял, но. Это мне теперь не нужно. Ага, у меня и ключей-то нет. Чтобы открыть золотую комнату. Камни проверь. А-а-а. Вот для чего эта штука. А я тут взорваться, кстати, могу. Так я, получается, и кучки могу тогда разбивать, и камни, и грибы всякие. Потому что это удобно. Ладно, идем искать ключ. Ничего нет. Опа! Оп. А, ну да, я... А, погодите-ка, я больше не могу их ломать. Чё за ерунда? Чё за ерунда? Ой, сколько сердец... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ничего себе. А чё он так притягивается-то ко мне? Ты чё, браток? Да, пока что сила у меня, конечно, не очень. Мне нужны какие-то артефакты боевые. И без сделок причём. Так.
Слушайте, это мне, знаете, что напоминает? Это мне напоминает такую тему, то что у Азриэля нет, по сути, собственной души. И у нас, получается, все жизни, они синие. А это довольно символично. Так-то. Так-то это довольно символично получается. Так. Еще будет? Нет? Паучок. Погодите, это мои пауки же, да? 9 жизней персонажа оставляет одно сердечко. Так. Мне сказали, что если у тебя сердец мало, то эту тему брать надо. Если сердец красных много, то не надо. Вот, смотрите. То есть, получается, у меня 5, 11, получается, синих сердец и 9 красных. То есть, на один раз. Так получается. То есть, в принципе, довольно интересная комбинация, правильно? Еще и пауки, неплохо. Оу, отстаньте. Так, а это что такое? Ей, рак. It pulls. А, оно притягивает, понял. Это возьмем. Чтобы оно не значило. Говорят, что притягивать это не очень хорошо. Опа. Если они нас не поранят, то артефакт можно будет использовать для босса, чтобы больнее бить. А вот и ключ, кстати. Воу, ничего себе, не отталкивай своим пуканьем этим. Так, ну давай, взрывайся. И потом, зачем мне искать камни, если... Зачем мне искать камни, если у меня с синими сердцами проблем нет? Как вы поняли секретки, я так и не научился пока что искать, но это дело времени. Научимся. 10 бомб. Ну, 14 бомб, конечно, с ними можно поискать. Вот, допустим... Вот почему бы вот здесь вот ей не быть, да? Там или здесь, например. А фиг его знает, да? Но вот то, что ключей нет, это меня очень сильно печалит. Так, и говорят, что если проход открыт... Ничто не мешает пройти, то, скорее всего, находится там секретная комната. Little Horn. Так, врубаем. Эти темы можно уничтожать, мне сказали. А, ну, сейчас вот по... Воу. Получается, если бы я взял притягивание, я бы притягивал бомбы. А это очень плохо. Правильно ведь? Правильно. Воу, а я могу его же бомбами, его подорвать его же бомбами. Ну нормально, смотрите. Более-менее. Интересно. А если я возьму... Подождите, если я... Одно сердечко у меня останется, и... Ерунда какая-то получается. А, ну я в любом случае не возьму гастробластер, да? А, нет, смотрите, взял. То есть это так даже работает?
И у меня 9 жизней все равно есть. Что за приколы? Что за приколы, ребята? Ой, Эзриэль-то как плачет-то жестко. Жалко его. Только сейчас заметил. Не, ну так-то прикольно. Вот ведь у нас теперь, считайте, подобие Санса с гастербластером и с 9 жизнями, и с 12 сердечек. То есть вообще жестко. Реально жестко. Да и бластер неплохой. Вот здесь вот секретка должна быть, по идее. Нет. Ну ладно. Оу, вовремя. А он быстро набирается, кстати. Бластер-то, да? Ну, здесь они бывают вроде как. Ой, тихо. Ключей нет, печально. А, кстати, тоже вариант, смотрите-ка. Оп. А, я могу... Понял, я когда включается этот супер Азриэль, да, я могу камни ломать, понятно. О, вот Ключенский. Только ему бы не отдать его случайно. Бам. Еще Ключенский. Так. When hit, drop 1-6 троллев. Так это меня же, по-моему, и это. Ну ладно. Будет весело, скажем так. Если меня ударят, из меня выпадают тролли. Тролль-бомбы, типа, ну, я не знаю, будут ли они меня бить, честно, не знаю. Но мне будет интересно проверить. Вот там сердце, что ли, выпало? Так, здесь, значит, можно мостики делать. Здесь тоже можно мостик сделать. Так. А, вот сердечко. Но я не могу его взять. Ух ты. Да, меня оно бьет. Смотрите-ка. Весело получается. К боссу идем и включаем там супер Азриэля. Пестиленс. Ой, как мало места-то. Ты чё, дурак, что ли? Гастер Бластер! А чё, прикольно, смотрите, как рвет просто их. Орбитальный стреляющий бластер дева. Будем собирать. Год. Собери всех, да? Так, теперь давайте поищем камни хорошие. Должны они быть, потому что нам нужны синие сердца, правильно? Dude, way more sacks are dropping. Выпадает больше чего-то там. А, эти выпадают, как их, как они называются-то? Так, говорят, надо Тэмми взрывать. Dude. Тут вроде бы ничего нет. Камешков, да?
Тот тоже. Так, вот сюда зайдем. А, ну да, я забыл. Повоевать можно маленько. Вот здесь вот. Так. Воюем, воюем. О. Все? Все, еще и ключ дали. Ну, нормально. Ладно, этот уровень мы полностью с вами прошли. Можно двигаться дальше со спокойной душой. Где там у нас босс-то? Ага. Так. Скоро мне сказали, что после 5-го прохождения игра станет сложнее. Я испугался этого бластера. О, паучи! Паучи! Не люблю пауков этих, они очень быстро бегают. И набегают так. Ой-ой-ой, они еще и взрываются, нифига. А смотрите, какая интересная комбинация-то получается. Когда взрываются мои бомбы, все получают урон вокруг, даже если их не касаются. Вот что интересно. А как определять хорошие камни, если они все белые? Вот я не пойму. Некоторые люди определяют камни, когда они красные, допустим, все. Вот я тоже не пойму этого. Реально не пойму. Так, надо бы, наверное, включить, да? А, вот, заодно, видите, камни все проверим. Ну, сюда иди. Хотя, с другой стороны, там может быть какая-нибудь ловушка. Бомб не так уж и много, чтобы их тратить, кстати говоря. Так что я вот не уверен, стоит ли. Ну, вот так вот. Так, ну я говорю, быстро перезаряжается. Все удары отнимают только половину красного сердца. Но у меня так, я не знаю, работает ли это на синие сердца, я не знаю. Это очень, конечно, классный артефакт, но если он не работает на синие сердца, то смысла в этом нет. О, ого! Ого, нифига. А, гастробластер не может тушить, да? Или мне кажется? А, вот так вот, да, мы работаем, я понял. Ага, какие вы хитрые. Какой непривычный уровень-то. Тихо. Приходится, видите, вилять, чтобы гастробластер попадал. Так, опять обновилась. Не пойму. По-моему, вот этот не может быть?
хорошим камнем. Да, слушайте, как я это понял. Вроде бы почувствовал. Хотя не похоже. Так-то не похоже. Этот гастербластер, он, как бы вам сказать, летает по такой траектории непонятной. И приходится вымерять. Так, босс есть. Денег нет. Вот. Так. Ой-ой-ой, нифига себе, как классно-то. Ну давай, поехали. Стейн. А, тут еще и кокульки. Что ты делаешь? Что ты делаешь? А, он реально меня так может поранить. О! Еще и замедление тут что ли идет? Пополняет жизни. Стоп, 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 стоп. Пополняет жизни? То есть хп ап, и теперь я могу... Ага. Вот так вот, значит, да? То есть у меня опять красная сердечко появилась. А, и минус синяя. Интересное кино. Так, эти-то, наверное, можно подрывать до конца? Они не будут появляться? А, нет, будут, смотрите-ка. Было бы прикольно, если бы из них постоянно что-то выпадало. То есть бесконечно. Waterfall. Идем драться сразу же. Оу. Никогда не любил их. За это. Ой. Воу. Все. Паучи. А, пауки. Да, я забыл. Они хорошие теперь для меня. Опа. Здрасте. Ключанский. Ух ты! Потому что я даже не понимаю, от того, что я включил свет в комнате, это еще хуже мне стало видно или лучше, я не пойму. На улице и так день-деньской. Воу, ключики! Наверное, да, наверное, это лишнее было. Ух ты! Дружище, ты чё? Бомбермен в таком, в такой маленькой комнате? Вы издеваетесь? Отлично. На. Так. Значит, давайте сделаем вот так. Вот так сделаем. Ой-ой-ой. Deathly West. А, это, по-моему, урон по всем идет. May your power bring rage. Не помню, но Death точно на много урон наносит. О! А эта фигня дает... секретки можно находить. Круассанчик. Так, подорвем ее. Вам. More money.
Поехали. Вот так. Так, ну давайте смотреть. Секреточки, да? Это интересно. Секреточки у нас находятся вон там. Еще и комната золотая. Стрэнгс мы можем потратить прямо на The Sun. May the light heal. Ну, видимо, хилит. О. Боже мой, вы что? А, по-моему, действует эта тема-то с сердцами-то. Пол сердца только отнимает. Мне кажется, действует. А чё он не стреляет-то? Чё долго так? Реально очень много этих стало. The Moon. Куда это мне? А, в секретку сразу отправляет. Понял. The Moon. А это мультиплеер. Бомб больше стало. Pure in heart. О! Ну-ка. Так, это замечательно все. Где мой стрэнгс? Воу! Не пропустить бы мне их. Мне это нравится, реально. Мне реально это нравится. Range up. Range up. Так, получается, вот так делаем. Вот так делаем, да? Выгодно. Все? Или еще остались? А, вон паук. Сколько. Просто невероятно. Temperance. Так, а где у нас наверх, да, нам надо? И влево. Оу. Ух ты. На-на-на-на-на-на, просто разорвало там все. Так. Тут что у нас? Игрок стреляет огромной волной слез. Типа... Бра. Ну а что, мне нравится такая тема. Чардж атак. Боже. Что со зрелем стало? Какой он страшный. Какой ужас. Опа. Но урон от этого меньше не стал. Правильно? Так. И получается мы делаем... Как мы делаем-то, даже не знаю. Идем к боссу. К боссу. Поехали. Монстро. Я вообще люблю чарджить. Мне это нравится.
Да и чаржится это недолго. И можно всю атаку слить просто. О, довольно удобно. К скорости стрельбы, к слезам. Tears. Так, это хорошо. Что у нас здесь? Это какая-то прикольная тема, по-моему. Damage up. Ничего себе. Что это такое? Что это? Что это такое? Это что-то страшное. Я стал Ктулху. Я стал реально Ктулху. Так, по-моему, я хотел Death с собой взять карту. Где там она у меня была-то? По-моему... То ли Азриэль, то ли Ктулху, то ли фиг его знает кто вообще. Так, значит, что мы хотели? Мы хотели вот так вот сделать. А, у меня черные сердца появились вместо этих, вместо синих. Temperance. А где Дест? Это слева, что ли? Да я потерял ее. Боже мой, какой ужас. Death. Strength, так чисто проверим. Strength. My power. Нифига урона-то. Ну теперь будем знать, сколько это урон дает. Теперь я снова маленький. И урон у меня как прежде. А, хорошо. Двигаемся. У меня что, три синих сердца или как? И одно пустое, по-моему, что-то я не понял. Тут кубик? А, нет, тут это. Тут мы же летать можем, да? Так что? Что это такое? Фортум. А вот ты фиг его знает, на самом деле, что это значит. А это мультиплеер. Infested. Infested. Bad gas. Фортум. Не знаю, но что-то это хорошее явно. Ладно, не важно. У нас и так все неплохо, по-моему, да? Или они взрываются? Что-то я не понял. Что за приколюхи? Ой! Ар. Ты чё? О! Синее сердце потратил. Боже, как же его рвет-то. Как же рвет-то моя эта тема. Ужасно рвет. Ой. Judgment. The stars. О, это пирог. Tasty. Так, тут камни-то есть нормальные? Мне теперь нужно набирать сердца. Синие, правильно?
Окей. Возвращаться. Ух ты. А, вот ты еще тут летаешь. Так, где же? В начало надо идти. Там я батареечку оставил. Денег много, конечно, очень. Ай. Воу! Вы чё? Пам. Ага. Так, там я был, да? Теперь мне влево можно сходить. Сколько вас там, а? Ключики. Боже мой, как много... Эмпресс. Висельник. По-моему, дает просто полет, да? Bad guess. Ой, случайно. Опять случайно. Эмпресс. А где Дест-то мой? Или я его вначале оставил? Judgment, вот мой death. Все, я теперь нормальный. Это был баг, из-за того, что я висельника взял. Висельник вроде дает способность летать. Она у меня и так есть. Ух ты! Вот так вот, значит, да, мы заговорили? У! Поменьше бы вот таких вот фейлов. Желательно. Ух ты. Ух ты. Вася. Чё? The world. А ну давай посмотрим, есть секретки. Так. Вот неплохо бы... эти темы погасить. О, все, full HP, ребятки. Так, секреточка, да, вот здесь она. Ой, висельники. Ну-ка. А это мультиплеер. О, нормально. Death. Create portals. А. Не, я хочу это оставить. Это мне нравится больше. Нифига. Еще? О! Ах ты чё? Destruction brings creation. Давай. Так. Сейчас мы задонатим столько. По-моему, если быстро до... А, вот, всё, оно застряло, да? Жалко, кстати. Это тоже минус большой. Так, secret. Greed. О.
Так, сейчас мы тебя быстренько. Опа, все. Денежки. Это все дело. Перезарядочка. Бомбы. Шикарно как, да? Так, я так понял, то, что все. То есть сломался автомат, да? И в следующем магазине тоже он будет сломан. Вот я не знаю, наверное, взрывать его нельзя, потому что деньги тогда вернутся. Ух ты! Ух ты! Они реально взрываться стали. Фортум. Может быть, в этом прикол? I can see forever. Это как World. Я понял. Вау! Поехали. Айзек Джа. Если меня поранят, я могу, в принципе, заюзать. Ура. А могу и не юзать даже. Бластер. Этот остался, смотрите. Если ваше ХП упадет до половины сердца, все враги в комнате получают урон. Если ваше ХП упадет до половины сердца. Если ваше ХП упадет до половины сердца. Все враги... Да не, зачем мне это надо? У меня синий, я буду на синих жить. Нафиг оно надо мне. Едем дальше. Так. Hotland. Вот попробуйте теперь меня убейте. Хотя погодите, у меня же еще 9 жизней, по-моему, есть, да? Если не ошибаюсь. Я, в принципе, мог это взять. Да ладно, зачем? У меня десы всякие там... Жесткие. Explosive diarrhea. Я случайно диарею своей секретку открыл, серьезно? О боже. Что это? Деревня Тяна. 99 ключей? Что это? Бух. Бух. А, инфестида нет. Так, ладно. Я, может, сейчас чушь сказал. Взрываем. О-о! Вот это я дал. Шанс заблокировки вражеского удара. Это нормальная штука. Это мне нравится. Еще будет что-то? Воу. Так, ну-ка давай ползи сюда. Ух ты, два монстра. Монстро. О, фиг поймешь, куда там от вас деваться. Бла. Бла. Еще? Все. Джокер. Джокер что дает, не знаю. Честно, не знаю, даже без понятия. Может быть, что-то очень плохое, может, что-то очень хорошее. У меня и так все очень хорошо, чтобы мне рисковать. Синее сердце больше синих сердец. Ух. Ух.
Такс. О, на, получите. Не. На. На. Воу. 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 А, ну да, тут это. Ух ты. Ой, ой. Чё-то не то, чё-то... Bad guess. Погодите, сердца же были где-то тут у меня. В смысле? А, ну да. Я же подрывал тут уже. Я даже забыл, что там секретка, на карту не посмотрел, и реально подумалось мне, что она там есть. Ба! О, что? Ты так умеешь даже? Ничего себе. Где мои синие сердца? Ух. Резкие какие, да? Сюда ползи. Воу. А он босс. Денежка. Так, где там синие сердца-то у нас? Сейчас мы их поищем наверху, да? Столько хп у меня еще никогда в жизни не было. Еще и... Меня реально долго убивать придется им. Тератома. Бам. Бам, Вася. Бам. Вот так вот. К слезам. Синие эти еще. О-о-о. Да, жестко. Не, еще пока нельзя. Так. Последний левел. Чё там такое? Ну-ка, покажи-ка. А, стоп. Сюда хочу. Ва. Ой. Бам! Бам. Но это мы помним. А что, я заблокировался? Реально? Я реально заблокировался? Химотермезис. Это типа красный из меня выпадают. Так у меня их и нет. Кого вы собираетесь надуть-то? Кого? Ух ты. Ух ты. Задонатить бы это все дело. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ёшеньки. Вот это да. Вот это жестко. Вот это прям... Ух. Боже ты мой. Что это такое? Почему я не могу задонатить? Альтом, это мультиплеер. Давай. Давай. Уж с музыкой давай прям. С
сколько батареек-то, боже мой. Оп. Вы чё? Вы чё, а? Что? Что? Кому вы лезете? Ну-ка. Ой, мясцо. О, мясцо. Мясо. Серьезно? Спокойно. Мозги. Главное, они, видите, вот эти вот не фистулки, как их называют, штучки, они... Ой-ой-ой. Фига ты быстрый. А я летаю, мне пофигу на вас. Так. Ну-ка сюда-ка. А тут вроде... Этот камень странный какой-то. Не, нормальный камень. Камень как камень. Погодите, то есть я могу просто взрывать бомбы, им будет она... Их еще и станет. Их еще и станет. Офигеть. 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 А, офигеть. Ту-ру-ру-ру-ру-ру. Мератон. Ну и что? Ну и что? Ну и что ты мне сделаешь? Ну и что? Узри мощь Азриэля. Недаром он мой любимый персонаж. Не Айзек, а Азриэль. О! Правда, дополнительная комната не открылась, ну ладно. Все, ребята, это была... Вот это была реально классная катка. Шорюкен! Ну что? Вот, кстати, я вот эту музыку, когда слушаю, мне постоянно грустно становится. Потому что это Last Goodbye. Everything is terrible. Игра стала сложнее, потому что мы прошли сердце... Да, видите, мы прошли его 5 раз убили, по-моему. Ну что ж, друзья, на этом все. Шикарная игра получилась. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал и увидимся в следующих видео. Всем пока!